Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова. Неделю назад мы начали очень важную тему рассматривать, именно тему того, как не заболеть, как не подхватить чего лишнего в плане инфекции в тех странах, куда мы очень любим ездить на отдых, в отпуск, или пока еще не любим, в первый раз едем, да, у кого-то в первый раз бывает такой опыт весьма удачный, у кого-то нет. Начали мы эту тему с замечательным врачом-инфекционистом, главным врачом Афлоцентра, и сегодня мы ее продолжим. В гостях у нас Дмитрий Леонидович Пытогов. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Добрый день. День. У нас сегодня день. Да, давайте напомню слушателям, во-первых, о чем мы начали говорить в прошлой программе кратенько. Да, то есть это основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при выборе гостиницы, в которой мы будем останавливаться, да, еще раз отметим, что нужно обратить внимание, что в той же самой Индии, к примеру, трехзвездочные гостиницы совершенно не того уровня, что в России либо в Европе. Да. Да, на что еще мы обращаем внимание? Обязательно обращаем внимание на воду, которую пьем. Угу. Вода бутылированная? Строго бутылированная, и желательно, чтобы бутылка была запечатана, когда вы ее покупаете. Угу. Ну, то есть не брать какую-то открытую воду. И смотрим на то, что мы едим, то есть крайне осторожно подходим к употреблению мясных продуктов и морепродуктов в южных странах, потому что там стандарты термической обработки намного ниже, чем у нас, особенно в тех странах, где к мясу относятся негативно. Mm-hmm. Ну, то есть та же опять Индия, какие-то другие буддийские страны. Насекомые. И мы очень внимательно относимся к тому, есть ли в нашем помещении насекомые, потому что в тех странах любой укус любого насекомого, вообще любого, может стать смертельным. Один укус. Да, поэтому обращаем внимание на одежду, что лучше всего, эффективнее всего носить одежду, которая закрывает руки, ноги, в лучшем случае там еще голову. Да, обязательно противомоскитные средства всевозможные. Да, об этом не забываем, и это лучше использовать. Репелленты, мази. Обращаем внимание на то, есть ли у нас на форточках, на окнах противомоскитные сетки, противокомариные. И обувь плотную, желательно не прокусываемую, потому что под ногами могут путаться не только змеи. Да, кто угодно, не только змеи, могут и скорпионы. И в конце концов, комары кусают не только в руки, они кусают и в ноги. За эфиром в прошлый раз, месяц назад, вы мне рассказали о прекрасном сайте, ресурсе, на котором можно ознакомиться с перечнем болезней в тех странах, куда мы, собственно, можем попасть, можем уехать. Расскажите, что это за ресурс, чем он может быть нам полезен? Да, я когда готовился к той передаче, подошел к теме как турист, как обычный российский турист. И, то есть вот если человеку, как мы давали рекомендацию, узнать о стране, куда он едет, где он об этом может узнать, то я бы советовал обратить внимание на два момента. Во-первых, наши службы санэпиднадзора, я еще раз повторю, как из той передачи мысли, они одни из самых лучших в мире, и наши службы санэпиднадзора, они такую информацию по запросу предоставляют. Более того, в нашем центре гигиены и эпидемиологии, Кировском, до 9 июля действовала горячая линия. То есть можно было позвонить, можно было обратиться. И наш центр... Она, видимо, каждый год, да? Да, она каждый год. Сейчас вот она с 9 июля не действует, но у них горячая линия все равно есть на сайте, и можно выйти на сайт, позвонить, узнать, спросить. Кроме того, наше Министерство иностранных дел сделало портал. Портал этот называется консульский информационный портал. Адрес kdmit.ru. Там внизу слева, в нижнем левом углу, есть раздел «Перечень стран и режимов въезда на их территорию». Там перечислены практически все страны, вообще все.
То есть я брал очень экзотические названия, они там тоже есть. То есть только путем ввода на название страны, да, там выдается? Да, да, да. Вводите какой-нибудь Науру, Сент-Винсент и Гренадины, Мадагаскар, Маврики, все что угодно. Там религиозные обычаи, правила поведения в стране, как одеваться, какое питание, что можно покупать, что нельзя покупать, какие инфекционные заболевания, какие прививки нужны. Там очень серьезный информационный ресурс от нашего Министерства иностранных дел, где можно получить очень хорошую информацию и уже как-то подготовиться к поездке в ту страну, куда собираетесь. По заболеваниям там тоже все есть, да, можно, да, информацию, да, да, получить. Да, да, да. И еще, насколько я понимаю, есть, как вы уже сказали сегодня, страны, в котором уровень готовности, уровень вакцинации и отношение к продуктам, да, к этим же к вакцинам, к продуктам питания, совсем не такой, как в России. То есть у нас этот уровень довольно-таки высокий, да, на высоком уровне. Но есть страны, где не так серьезно к этому относятся. Например, вот вы назвали Украину. Да. Да, что об этом можете сказать? Ну, Вера, значит, мы все говорим про Африку, Азию, Южную Америку, то есть тропические страны там и так далее. Но нашим российским туристам нужно не снижать бдительность, в том числе и в странах Европы. Помимо Украины, я хочу сказать, что в Западной Европе у нас несколько лет подряд уже идет вспышка кори. Угу. Связано это, скорее всего, опять же, с недостаточным отношением западноевропейского населения к вакцинации против кори. Поэтому, выезжая в Париж... Даже в Париж. В Брюссель. Вы можете оттуда привезти корь. Давайте тогда краткую справку, что это такое, как ее можно заработать и как ее лучше не зарабатывать. Корь считается воздушно-капельной детской инфекцией, но болеют ей также вполне успешно взрослые, которые никогда не болели корью, или которым не была сделана прививка от кори. В связи вот как раз с этой вспышкой в Западной Европе наш Роспотребнадзор, не только наш кировский, а вообще российский Роспотребнадзор ввел правило, что у нас сейчас взрослое население подлежит обязательной вакцинации от кори. Те, кто не был привит, обязательно должны быть привиты. Но, к сожалению, у нас некоторые люди относятся к этому, ну так, спустя рукава, а в Западную Европу... Кто-то принципиально игнорирует. Кто-то и принципиально игнорирует, а в Западную Европу любят ездить. Так. Вот. Поэтому, дорогие граждане наши, вот, выезжая в Западную Европу и не имея иммунитета против кори, вы можете оттуда благополучно привезти корь. Корь у взрослых протекает тяжелее, чем корь у детей. А в затяжных формах корь поражает нервную систему, причем формы хронические поражения нервной системы могут быть достаточно тяжелые. То есть для взрослых это не такая безобидная инфекция, как может быть для детей. То есть ребенок там, может, в садик неделю не походит, там сыпь у него будет, потом пройдет. Для взрослых это может закончиться гораздо плачевнее. Даже в Западной Европе, которая, казалось бы, очень благополучная. Если говорить про Украину, то если верить средствам массовой информации, но я думаю, что все равно информация где-то близкая к правде, то там по некоторым вакцинам ситуация совсем плохая. То есть пишут, что по полиомиелиту у них уровень иммунной прослойки упал ниже 60% населения. Но полиомиелит, от полиомиелита население должно быть привито 100%. Да. Потому что это очень тяжелая инфекция. Да. У них уже ниже 60. Вот. Это уровень вакцинации стран Центральной Африки. То есть Украина в эпидемиологическом плане превращается в Западную Африку. То есть такая белая... Ну, не будем так уж стекально смотреть. Да, все, да, будет, да, хорошо. Да, да. Естественно, мы в это верим. Да. Но на данный момент ситуация такая. Но если мы любим ездить в Одессу, если мы любим ездить в Киев, то мы должны учитывать, что там, может быть, разные у нас подстерегают инфекции. И если у нас не было прививок от полиомиелита, то оттуда можно привезти. Как себя обезопасить? Прививки первые. Прививки, конечно, первого. Что хорошо было бы сделать. Ну, опять же, как возвращаемся, еще? Смотрим, где мы живем, то есть в каком жилье, смотрим, что мы едим, смотрим, что мы пьем, смотрим, что мы пьем, и смотрим на то, с какими животными мы контактируем. То есть, опять же, все эти комары, москиты, клопы, блохи и так далее, с ними контакт совершенно нежелательно. Давайте обратимся вообще, в принципе, к экзотическим инфекциям, какими они могут быть.
Вера, еще тогда перебью. Да. То есть, и еще обращаем внимание на кондиционеры. Вот. Да. Там, где кроется большая довольно-таки да, опасность. Есть целая болезнь, она называется легенный лёс. У нее еще одно такое ну, не совсем научное название. Это болезнь кондиционеров, потому что легионелла очень любит, наверное, может, не точное слово, но для нее очень благоприятно... Да, предпочитает расти в кондиционеры. В кондиционерах прямо. Вот, соответственно, она очень легко распространяется через вентиляцию. Поражает дыхание. Да, 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 вы правильно. Мы посмотрели сейчас на наш кондиционер в студии. Она и распространяясь через вентиляцию, она поражает дыхательные пути. Протекает она очень тяжело в виде атипичной пневмонии. Летальные исходы возможны. Лечится она антибиотиками, да, она лечится, но ведь надо успеть заподозрить, надо успеть понять, что это легионеллез, и надо от него вылечиться. Так, давайте теперь справка по России, такие случаи есть? Ну, конечно. Есть. Да, легионеллезная пневмония для России тоже. У нас же есть кондиционеры. А в Кирове? Я думаю, что есть. Ну, я вот сам конкретно с легионеллезной пневмонией не встречался, но врачи, конечно, про нее знают, у нас настороженность есть, но у населения, конечно, нет. То есть, когда мы находимся под кондиционером, кроме того, что мы можем там просто переохладиться, мы можем подхватить еще воздушно-капельную инфекцию. Поэтому в аэропортах, там, где большое скопление людей со всех точек мира, в каких-то больших общественных заведениях, на каких-то праздниках. Вот у нас был чемпионат мира по футболу. Угу. Вот. Туда приехали люди из Панамы, Перу, да, очень интересно, Коста-Рики, как они с этим боролись. Бразилии. Ну, как боролись? Ну, соблюдали какой-то контроль. Конечно, требовали, да, паспорт у болельщика, да, потребовали, чтобы люди, наверное, какие-то справки привозили. Привозили международные сертификаты прививок. Да, привозили, да? Я знаю точно, что тех наших сотрудников правоохранительных органов, кого приглашали на обеспечение безопасности, с них требовали в сертификате прививок очень большое количество вакцинаций. Ну, это понятно, чтобы разных, они не заразились. Да, чтобы они не заразились. Я думаю, что от болельщиков-то как они могут потребовать? Вот точно не знаю, но я думаю, что все равно требовали. Но 100% возможно, что и нет. Не факт. Надо разобраться. Хороший вопрос. Какие инфекции были завезены в город Саранск, Волгоград, Самару, Екатеринбург? Ну, мы узнаем, наверное, в ближайшие полгода. Поэтому бдительность сохранять надо даже на территории России, даже не выезжая никуда. Да, ну и, конечно же, в первую очередь, то, что нас окружает каждый день, эти кондиционеры, которые нас окружают каждый день. И которые могут распространять... Могут. Поэтому профилактика какова у нас будет здесь? Профилактика здесь будет такова, что вовремя надо обращаться к врачу. И по возможности, конечно, прямо под кондиционером не сидеть. Но и чистка кондиционеров, наверное, тоже поможет. Обязательно. Но поэтому обращаться за сервисным обслуживанием. Да, да, да. Да, да, да. Своевременно. Рекламировать компании не будем, но да. То есть ведь мы же понимаем, что кто-то ответственно отнесется из... Ну, как всегда бывает. Да. Вернемся к инфекциям. Да, какими они бывают? Вот перечислили множество стран, участниц чемпионата мира по футболу. Пробежимся по ним, что там есть такого экзотичного, потому что ну, у кого-то, может быть, уже дружеские отношения да, сложились с друзьями-болельщиками из других стран. Кто-то познакомился, вот теперь есть прекрасный повод съездить к ним в страну, такой дружеский визит нанести. От чего там лучше себя защитить да, эффективнее? Ну, я уже упомянул Перу, Панаму, Колумбию, Бразилию, Аргентину, Коста-Рику, Южную Америку. Ну и Мексика сюда же подпадает. Там есть такое заболевание, как желтая лихорадка, которая передается через укусы комаров. Желтая лихорадка... Опять все те же комары. Да, опять самые яростные убийцы. Опять все те же комары. Они разных бывают видов, разных родов, но опять же кровососущие насекомые. Когда наши туристы, российские, у меня друзья, ездили в 2014 году в Бразилию, с них требовали в обязательном порядке прививки от желтой лихорадки.
Которые должны были быть сделаны в России. Да, которые должны... Они уже въезжали в Бразилию с международным сертификатом прививок, где была отметка о желтой лихорадке. В любую страну Южной Америки лучше ехать, не лучше, а вообще жизненно необходимо ехать, имея прививку от желтой лихорадки. Потому что, и все, не будем еще раз перечислять, они, в них всех желтая лихорадка есть. Желтая лихорадка является тяжелым заболеванием с возможным летальным исходом. Как проявляются симптомы? Проявляется это геморрагическая лихорадка, она вирусная. То есть вирусная, я подчеркиваю, почему? Потому что лечение антибиотиками, ну, как вот мы привыкли, бактериальных инфекций, такого препарата конкретного, который бы лечил желтую лихорадку, нет. Поэтому ее проще предотвратить, проще сделать прививку. А почему его нет? Ну, потому что не от всех вирусов есть прививки. Не от всех. Ой, извините, неправильно говорю. Да. Нет всех прививки вирусов. Прививки есть, да, а препаратов нет. Препаратов противовирусных от желтой лихорадки нет. Проявляется она тяжело, она проявляется в виде, во-первых, вообще интоксикации, то есть, ну как, начинается как тяжелый грипп, потом присоединяются симптомы поражения внутренних органов, человек желтеет, ну, почки. Присоединяется желтуха, там не только почки, печень. И поскольку она геморрагическая, то может нарушение свертывания крови и, соответственно, возможно кровотечение. Ну, это так просто. Ну, соответственно, мы понимаем, что если есть какой-то из этих симптомов, которые вы упомянули, сразу же обращаемся к врачу. Значит, если мы говорим по симптоматике, то есть мы немножко от перечисления болезни уходим, да, в сторону. Если мы говорим по симптоматике, то да, значит, на что в первую очередь нужно обратить внимание? Повышение температуры... Да, сейчас внимание информации для всех тех, кто вернулся из заграничной поездки. Обратите внимание на свое состояние. Если вы вдруг обнаружите у себя какой-то из этих симптомов, пожалуйста, обращайтесь. Или обнаружите там. Или обнаружите там. Да. То есть это повышение температуры необъяснимое. То есть вроде бы и не простывали ничего, но температура вдруг повышается. Причем она повышается изо дня в день, неоднократно. Или она повышается сразу резко выше 38 градусов. То есть это уже может быть что-то совсем нехорошее. Поэтому электронный градусник с собой, наверное, лучше всего взять в отпуск. Да, на всякий случай, чтобы можно было оперативно проверить. Да. И особенно если это с ребенком. Тем более, если с ребенком. Да, тем более, если с ребенком, потому что неоднократные случаи, когда вот опять же звонки с тех же Сейшельских островов, что делать, я спрашиваю, а какая у вас вообще температура, а мы не знаем, и не знаем, как померить, и вообще, и как вот тут в этом случае вообще что-то врачу за несколько тысяч километров... Да, там не видно, наверное, знаешь, что такое градусники. Ну, может быть, и удастся найти где-то, но у нас же люди любят, у меня вот пациентка была позавчера из Туниса, недавно вернулась, ей все там очень понравилось, но они ездили в Сахару. И в Сахаре там тоже очень понравилось. Что они на там экскурсию могли... ездили. Да, да. Сам Тунис – это зона туристическая, но Сахара – это уже никак не туристическая зона. И что там можно подхватить, что оттуда можно привезти – это только на наш страх и риск. Вот. И, конечно, вот ехать вообще без всего, никак не подстраховываясь, ну, это просто безответственность. Без всего что вы здесь имеете в виду? Без минимального необходимого набора медикаментов и вот хотя бы электронного градусника. Сначала про симптомы. Да. Сначала про симптомы. Значит, помимо температуры, это совсем плохо, это если судороги начинаются. То есть это сразу надо вызывать врачей и уже не думать, там, сколько это нам выйдет по деньгам и вообще чего нам... Жизнь важнее. Да, у нас пропадают экскурсии какие-то. Какие экскурсии, когда у кого-то из близких судороги? Дальше, если пожелтели, то есть если появилась желтуха, это очень нехороший симптом, это очень грозный симптом, который, скорее всего, свидетельствует об инфекционном заболевании. И, ну, как, по крайней мере, надо... Но уже в развитии это заболевание. Да, да, то есть оно уже началось, и надо что-то делать, и, скорее всего, собственными силами там не сделать ничего. Кроме того, появление каких-то язв на теле, почернений, это, скорее всего, тоже очень нехороший признак. То есть язвы почернения, это могут быть как гельминты какие-то, это могут быть какие-то бактериальные инфекции, это могут быть... Гельминты что такое? Гельсты. Угу. Подкожные, да? Я еще раз напоминаю нашу первую передачу. В тех странах подкожные глисты не редкость. То есть можно оттуда приехать, и под кожей будет что-то реально ползать, а потом это вскроется и будет сочиться. Да. Обожаю такие темы. Продолжайте, дорогие соотечественники, еще раз, подкожных глистов можно привезти из стран Азии и Африки. Как их можно заполучить? Через там, купание. Купаясь. Ага. Да, какая-то купаюсь. Ранка на теле, на коже? Если не очень хорошо обработанный бассейн.
Ну, то есть работники безответственно подходят там или экономят на чем-то и сами периодически в нем купаются. Мы же ведь не знаем, что там ночью может происходить, mm-hmm. да, в этом бассейне. А уж если там купаться в открытых водоемах, если река еще там проточная и она быстро течет, ну еще может быть. Вот. А если в стоячих водоемах... Там то есть, может там, жить кто угодно. Ну, и вот там просто нельзя купаться. То есть в этих озерах, в прудах ни в коем случае. Ну, потому что это смертельно опасно. Совсем смертельно опасно. И уж оттуда-то коллекцию каких-то подкожных червей привезти, ну, это уже, ну, как бы, само собой разумеется. Слушайте, а как это лечит? То есть его там как-то, очень тяжело как-то лечится. Ловят его там под кожей? Да, его ловят, его удаляют, но там же могут быть личинки. Там это очень тяжело лечится. То есть лучше не лазить куда-то в какие-то водоемы, вообще близко не подходить. А расскажите, как лечит? У нас Кирове такое лечит? Нет, это, скорее всего, уже уровень Москвы. То есть это институт тропической медицины. Это очень плохо лечится. Ну, понятно, ползает там такое угу. чудо угу. под кожей. Как в фильме ужасов самым страшным. Да, это фильм ужасов, только наяву. Кроме того, понос, ну, диарея и рвота. Рвота хуже, чем понос. Если диарея больше 10 раз в сутки, и если рвота больше, ну, тоже 10 раз в сутки, это очень плохие симптомы, и это не надо... Почему рвота хуже, чем понос? Почему рвота хуже, чем понос? Из очень практическое... Из очень практических соображений. И там теряются вода и микроэлементы. Соответственно, основа лечения – это восполнение воды и микроэлементов. Прежде всего, калия. Прежде всего, калия. При поносе без рвоты восстановить воду с микроэлементами через рот проще гораздо. Да, проще. А если человека рвет, и рвет в том числе солевыми растворами, которые вводятся через рот, это невозможно. И тогда надо искать кого-то, кто может прокапать солевой раствор. Ну, в странах Африки. У них процедурные кабинеты по санитарному благополучию, они больше похожи на туалеты наших больниц. Я видел в Индии воочию. Причем больницы, наверное, в каких-нибудь поселках, да, отдаленных. Ну да, то есть меня вот как-то приводили в процедурный кабинет, ну, я выразил любопытство, в процедурный кабинет, скажем так, центральной районной больницы индийской. У них процедурный кабинет, это примерно как у нас туалет в центральной районной больнице. Вот примерно вот так. Ну что говорить, далеко ходить. У меня знакомые в Абхазии тут побывали тоже в медцентре, да, государственном. Угу. Немногим лучше, чем вы рассказываете. Ну, возможно, в Абхазии не был. Не столь экзотичная страна, но вот тоже нужно обратить внимание, как следить за своим здоровьем там. Поэтому лучше это все дело профилактировать, предотвращать, чем вот с этим бороться. Значит, потом второй вопрос вы еще задали. А про симптомы мы закончили с вами? Ну да, то есть вот это вот то, ну, если у вас какие-то вопросы... Пока нет, продолжайте. Можно еще добавить кашель с прожилками крови. То есть если кашель с прожилками крови появился, то это очень, скорее всего, тоже плохо. То есть это могут быть, опять же, гельминты, которые уже поразили легкие. Или это может быть какая-то очень тяжелая пневмония, тяжелое воспаление легких, которое срочно требует неотложного лечения и которое может закончиться очень плохо. Это вообще может быть чума. То есть она еще существует и здравствует. Чума, да, не только существует. Чума в первой половине 18-го года была на Мадагаскаре. 18-го года, да, вот этого года. Это полугодие, которое закончилось, это информация Всемирной организации здравоохранения на Мадагаскаре, который является туристическим местом. И очень популярным после мультика. Популярным, да. Там чума. Поэтому нам там нравится ездить туда. Ну, все логично. Мы же любим эксперименты. Да, конечно, чума лечится, но ее надо успеть диагностировать. А сколько времени, кстати, на диагностирование? Ну, человек может умереть за день. А, надо быстрее тогда. В глухой мадагаскарской деревне. Романтика. Значит, что нужно иметь? Обязательно нужно иметь с собой... Градусник мы уже называли. Литрный обязательно. Антисептический гель. Это маленький флакончик, они продаются... В любом магазине. Mm-hmm. Они есть и в тех странах, потому что там жители это тоже знают. У них с водой, мы говорили, плохо, поэтому у них антисептические гели продаются. Их лучше купить у нас. Давайте сразу небольшой такой мастер-класс. Гели и салфетки влажные. Что Я бы рекомендовал гель.
Почему? Ну, потому что гель можно нанести везде. Угу. Салфеткой неизвестно, где-то удастся протереть, где-то не удастся протереть. Гель можно просто беспощадно полтюбика выдавить, если там вот совсем ужасные условия, угу. да, протереть все, что можно. То есть это из того разряда, что чем больше, тем эффективнее? Тем эффективнее. Стоит он недорого. Его можно положить в любую походную сумку, в любой рюкзачок. Он может спасти жизнь, реально спасти жизнь. Потому что в каких условиях придется есть? В странах, опять же, Африки и Азии принято есть руками. Угу. И может получиться так, что вам просто не дадут ни вилок, ни ложек, и вы угу. будете есть руками, теми руками, которые вот у вас будут на тот момент в том состоянии, в каком они будут. Помыть руки может не получиться. Ну, потому или что там, будет неэффективно. Там их не принято мыть. Там их не принято мыть. А даже если принято, то вода может не позволять. Вода может быть такая, сделать. Что лучше ей не мыть. Поэтому антисептический гель – это просто обязательная вещь. И этим гелем мы обрабатываем руки. Руки. Ну, кроме того, его можно, им можно и лицо обработать. Угу. То есть, если где-то вам пришлось ехать на байке, естественно, там шлемы не очень популярны. Угу. Это дорого просто. Шлем дорого. Или какие-нибудь там плавательные очки для погружения элементарно, да? Ну, то есть, вы проехали на байке, даже пассажирам, вам налетела тамошняя пыль в лицо. Что там в этой тамошней пыли, вообще неизвестно. Она еще в глаза? Она еще в глаза, конечно. Поэтому не грешно антисептическим гелем обработать лицо. Потому что если девушка молодая, симпатичная, приедет из туристической поездки, из африканской, и у нее будет какое-то черное струпное пятно на лице, которое неизвестно, как выводить, я думаю, что ее эта поездка не обрадует. Она запомнится ей на всю жизнь, но она ее не обрадует. Запечатлится на всю жизнь. А антисептический гель ей поможет. Тем более они не очень аллергенные. В большинстве своем они на спирту. Ну, то, что поможет, мы со 100% вероятностью можем утверждать. Но, по крайней мере... Это будет эффективнее, да. чем без него. Чем без него, да. Дальше. Обязательно надо взять солевой порошок. И лучше не что один. Это? В аптеках они есть. Я название называть не буду. Угу. Но просто прийти и сказать солевой порошок при отравлениях. Их не очень много угу. наименований. Наши фармацевтические работники знают в аптеках, какие солевые порошки. Хотя бы 2 штучки купить. 2 порошка. Они весят немного. В поездке они сильно не тяготят, но когда начинается понос или рвота, и когда надо восполнять водно-электролитный баланс... Угу, то есть он удерживает воду за счет соли, да? Я еще раз говорю, что рвота с поносом опасны прежде всего даже не потери воды, а потери калия. Угу. Вот этот солевой порошок, он восполняет калий, а потом идет еще и вода. Особенно это актуально для детей. Потому что взрослый, если потеряет литр воды, ну, от 80 килограммов веса литр воды, это еще не критично, хотя нехорошо, но не критично. Если ребенок 20 килограммов веса потеряет литр воды, то это уже mm-hmm. у него гиповолемический шок, это состояние, требующее неотложной помощи, и состояние очень тревожное для жизни. Поэтому солевой порошок надо положить обязательно. Его лучше купить здесь. Кроме того, лейкопластырь, понятно, обязательно, потому что ноги натерли, руки натерли, в открытую рану всегда может проникнуть инфекция. Лейкопластырем надо заклеить. Лейкопластырь надо брать много. Весит он легко. Лучше, конечно, с бактерицидной полоской. Угу. Он избавит от очень многих проблем. И при потертых ногах, и при порезах, и при каких-то ранах небольших. Кроме того, какие-то энтеросорбенты, ну, самый простой – это уголь активированный. Это не коммерческое название. Угля надо брать много. Угля надо брать много. Лишним не будет, да? Лишним он не будет. Одна таблеточка, она не спасает. То есть там надо принимать по его. По весу. И он, ну, не меньше 6 таблеток надо принимать за раз. Ну, потому что бытует мнение, я таблетку выпил, вроде защитился. Нет, там надо от 6 до 10 таблеток за раз. То есть там надо сразу несколько. А я слышала, брать. Что есть такая формула по одной таблетке на 10 килограмм веса. Я про нее не слышал. Это, видимо, такое. Но угля надо, общественное мнение. Угля надо принимать много. Ну, то есть, если... 5-6 таблеток да. стандартно. Угу. Так, есть такая штука, как мироместин, жидкость. Она обеззараживающая. Но это аналог этого геля. Геля. Угу. Вот. Но мироместин, конечно, по действию посильнее. Вот. И он уже для обработки ран, угу. уже конкретных антисептических. Пузырек весит тоже 50 миллилитров.
Ну, если не нравится, ну, можно, да, тогда гель антисептический. То есть при порезах, при ранах гель антисептический тоже можно использовать? Гель для профилактики, да, можно, но гель все-таки больше профилактическое средство. Да. Мироместин – это уже лечебное, то есть конкретно какие-то раны. Обязательно что-то из жаропонижающих, название называть не буду, но из жаропонижающих что-то в сумку бросить. Тем более жаропонижающие имеют еще анальгетический эффект, то есть обезболивающий. И если где-то какая-то головная боль, то будет, ну, положительный эффект, то есть головную боль снять. И я все-таки рекомендую упаковку антибиотиков. Угу. То есть те, которые в первую очередь помогают, ну, это можно у врача, у знакомого посоветоваться, то есть те, которые помогают при кишечных инфекциях и при воздушно-капельных инфекциях. Но в первую очередь это кишечные инфекции. Итак, предосторожности вроде бы приняты, но болезнь все-таки настигла, не дай бог, конечно, кого-нибудь где-нибудь. Что делать, что предпринять? В прошлой программе мы говорили, что главное, что нужно знать, это номер телефона знакомого врача в России, на которого можно позвонить и в случае чего проконсультироваться оперативно, быстро. А что делать, если это невозможно сделать в силу разных обстоятельств? Расскажите по пунктам план действий. Значит, если симптомы, те, которые мы уже обсуждали, тяжелые симптомы, то есть там, опять же, с судорогами, с высокой температурой, кашель с прожилками крови, это рвота и понос более 10 раз, самому делать уже что-либо, я считаю, бессмысленно, надо идти и сдаваться к местным врачам. Уже забыть о турпоездке, уже забыть обо всем, надо идти и сдаваться. Есть медстраховка, нет медстраховки, это жизнь. Это своя собственная жизнь. Поэтому находить врачей, которые могут помочь, местных уже, и как-то пытаться с ними найти язык, чтобы они помогли. Ну и молиться о том, что эти врачи... Местным богам. Нет, местным не надо. Ну, надеяться на то, что тамошние врачи, они разберутся, да, что они хорошие специалисты, и они смогут оказать помощь своевременно. Значит, если симптоматика все-таки помягче, то есть там понос, ну, скажем так, до 5 раз, то есть там жидкий стул до 1-2 раза в день, да, там вырвало как-то, температура как-то не очень понятна, там 37.1, 37.2, и остается дней до поездки 1-2, то есть вроде бы надо просто... До возвращения. Единственное, что мы там можем в этой поездке сделать, остается немного дней, и надо просто доехать до Шереметьево как-то спокойно уже. Угу. Понятно, что последние дни они пропали. Вот, надо просто добраться до дома. В этом случае чего? Если температура, то, конечно, надо использовать жаропонижающее, чтобы все-таки состояние было. Стараться пить... Которые тоже можно взять с собой. Да. Ну, я же сказал, да, в необходимый перечень. Значит, сейчас. Если понос, рвота, ну, не небольшие, не тяжелые, то помнить о том, что надо восполнять водно-солевой баланс. Соответственно, вот опять же, опять целевой раствор. Целевой Если раствор. Не получается пить, тогда хотя бы купить минеральную воду, там местную, которая содержит калий, большое количество калия, именно смотреть на содержание калия. Хотя бы пить ее, ну, газ выпускать, ну, да, пытаться этим восполнить. Так, если рана, да, ее надо обрабатывать, то хотя бы вот этим гелем или какое-то спиртосодержащее вещество купить и обрабатывать этим. Больше, наверное, без медицинской помощи сильно много ничего и не сделать. А, еще если из аптечки, то все-таки лучше в поездку взять с собой альбуцид, сульфацил натрия. Это единственное название. Это первая помощь при инфекциях глаз, при каких-то попаданиях инородных тел в глаза, ну, мелких. Ну, муха залетела, пыль какая-то в глаза набилась, глаза воспалились красные. Альбуцид, им можно просто глаза промыть, но он имеет обеззараживающий эффект, поэтому он от какой-то не очень тяжелой инфекции он защитит. По крайней мере, хоть какая-то защита глаз. Вернуться слепым из турпоездки тоже... Совсем не хочется. Совсем не хочется, конечно. Это была программа «Слушайте доктора» с очень важной и полезной темой. Отмечу, что если вам интересно задать какой-то вопрос, чтобы мы осветили какую-то тему в этой программе, в частности, с Дмитрием Леонидовичем Батаговым, инфекционистом и главным врачом Афлоцентра, вы можете звонить на наш номер 211-101 и свои вопросы там, собственно, редактору и оставлять. Вот на этом мы распрощаемся сегодня, на сегодня, с темой заграничных поездок. Да, в гостях у нас был Дмитрий Леонидович
Иванович Батагов. Спасибо большое, что пришли, рассказали очень интересно, ярко. Думаю, что было всем полезно послушать, особенно тем, кто отправляется в ближайшее время в бархатный сезон, в отпуск. Приходите еще с новыми интересными темами. С удовольствием. Да, и будьте здоровы. Вера, спасибо большое. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.